Тут привозили людей. Да вон он облачение будет взять. Поручили построить.
чоловіки, як одовідять добрая тіла твоя, і прославлено сама при твої жінець, коли несе землі крісло і вовеки віков. Благослови Високопреосвященнейший Владико. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и железнецы, и вся исполнится. Святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыку прости, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да се сиди на земли. Хлеб наш насущный дашь нам здесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Призовите, когда же аще приближится вам Господь.
Но яко же отстоит небо от земли, тако отстоит путь мой от путей ваших, и размышление ваше от мысли моя. Яко же бо аще снидет дождь или снег с небес, и хлеб в снеде, тако будет глагол мой, где же аще скончает вся ели до Господи, и поспешу пути научитеся. Горы бо и холми скочат, и будет Господь бо имя, и в знамение вечное. Живеча в дни он, исповедайтеся Господи, и призовите имя Его. Возвестите высокое сотворение, возвестите сия по всей земле, радуйтесь и веселитесь. Хочу вас не видеть, як отцы наши все подобно пыша, и здесь возле море пройдоша, и вся в Моисея крестишася, во облаце мутись душу, и духове твоему премудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Возводящиеся небеса, и дух яко голубь сходящ на, и глас бы с небесе, ты си сын мой возлюбленный, о нем же церкви в соединении всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине и Отце нашим, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся. Всем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся, верующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Понеже осветитеся водам сим силою и действием и наитием Святого Духа, Господу помолимся. Троицу, действу, Господу помолимся. И разоритеся всякому совету лукавому, движимому и достойны, соделает обещанных благ, Господу помолимся. Еже просветитеся нам просвещением разума и благочестия, наитием Святого Духа, Господу помолимся. И осветите воды сия, Господу помолимся.
Святіся сей от гнанію всякого навіта, видимих и невидимых правил. О, еже быть сей во очищение душ и телес, всем верою черпящим же и причащающимся от нея, Господу помолимся. О, еже сподобитеся нам, исполнитеся освящения от сих причащения. Избавитеся нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим. Велись, Господи, и чудно дела Твоя, и не гинь же слово давно будет к пению чудес Твоих. Велись, Господи, и чудно дела Твоя, и не гинь же слово довольно будет к пению чудес Твоих. Велись, Господи, и чудно дела Твоя, и не едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих. Ты бы хотение от несущих, Твои же быть и беды всяческая, Твоей державою садиши твари, Твоим промыслом строишь мир. Ты четыре стихии, тварь сочинивый, четырьми времены круг лета венчал виси. Тебе трепещут умные все силы, тебе поет солнце, тебе славит луна, тебе присутствуют звезды, тебе слушает свет, тебе трепещут бездны, тебе работают источницы. Ты простерлась и небо, яко кожу, ты утвердилась и землю на водах, ты оградилась и море песком, ты ко дыханием воздух излиял виси. Ангельские силы тебе служат, архангельские лица тебе кланяются, многочитие херувими и шестокрылатие серафими, о Христоящее, облетающее, страхом неприступные славы твоя покрываются. Ты бо Бог, Сын, описанный безначальный же и неизлаголанный, пришел и на землю зрак раба приим, в подобии человечеством быв, не потерпел иси владыку, милосердие ради милости твоя, зрите от дьявола мучима рода человеча, но пришел иси и спас иси нас, исповедуем благодать, проповедуем милость, не даем благодеяния, естества нашего рода освободил иси, девственную осветилась утробу Рождеством Твоим, вся тварь воспевает Тя явшегося, Ты бо Бог наш, на земле вился иси, из человеки пожил иси, Ты иорданские струи осветил иси, с небесения спас славы, святого Твоего Духа и главы Тама, гнездящихся, сокрушил иси змеев, саму бо человеколюбче царю, приди ныне, найдем святого Твоего Духа, и освети воду сию. Сам оба и ныне, человеколюбче царю, приди ныне, найдем святого Твоего Духа, и освети воду сию. И оба человеколюбче царю, приди и ныне, найдем святого Духа, и освети воду сию. И дашь тебе благодать избавления, благословение Иорданова, сотри унетление источника, освящение дар, грехов, разрешение, недугов, исцеление, демонов губительну, сопротивным силам неприступну, ангельские крепости исполнену, да все почерпающие и причащающиеся имеют к очищению душ и телес, к исцелению страстей, к освящению домов,
и ко всякой пользе изрядну. Ты бойся, Бог наш, и животой, и духом обновивый, обетшавший грехом естество наше. Ты си Бог наш, водой потопивый приной грех. Ты си Бог наш, и же морем слаботивый от работы фараони, Моисеем род еврейский. Ты бойся, Бог наш, разразивый камень в пустыне, и потекоша воды, и потоцы наводнишася, и жаждующие люди Твоя насытивы. Ты си Бог наш, и же водой огнем применивый Илею Израиля от прелести Вааловы, сам и ныне, Владыко, освети воду сию Духом Твоим святым. Сам и ныне, Владыко, освети воду сию Духом Твоим святым. Сам и ныне, Владыко, освети воду сию Духом Твоим святым. Также всем прикасающимся ей и причащаемся, и мажущимся ею освящение, здравие, очищение, благословение. Спасибо, Господи, да дайте микрофон, помилуй великого Господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего высокопреосвященнейшего Феодора, митрополита Волгоградского и Камышинского, и сохрани его под кровом Твоим в мире, покори им всякого врага и супостата, даруй им вся ежика спасению, прошение и жизнь вечную, да и стихи славится Твоим присяжением. На ступеньках, не ковец. Вы понимаете, здесь она, это самое, стоит. Я сюда вставлю. Еле держится вот здесь. Все, все, больше не все. Вот на то там два только потом. Ты будешь освящение наше, тебе славу и благодарение, поклонение воссылаем. Тебе начальник Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящий Твоим Духом непрестанно, и во веки веков. Благодать сюда, Годуха. Здравствуйте, Владыки. Thank you.
микрофон. Премудрости Боже, упование наше, слава Тебе. И живо Иордане, креститесь и изволивает Иоанна, нашего ради спасения, Христос, истинный Бог наш, молитвы нречистые своей матери и всех святых, помилуй. Благое поспешение, подашь Господи великому Господину и Отцу нашему Кириллу, святейшему патриарху московскому и всея Руси, и Господину нашему высокопреосвященнейшему Феодору, митрополиту Волгоградскому и Камышинскому, с Богом хранимою их паствою. Бога хранимей стране нашей российской и спасение ее народу властям и воинству ее, всему освященному собору, все предстоящим и молящимся, и всем православным христианам, и сохрани их на многое и благое. Честные отцы, братья и сестры, сердечно приветствую с великим душеспасительным праздником Крещение Господня. Глаз Господень на водах вопиет глаголя. Придите, примите все. Духа премудрости, духа разума, духа страха Божьего, явшегося Христа. Сегодня благодать Духа Святаго сходит не только на воды, сходит на каждого из нас. И Дух творит свои формы, формы не только радости, но и нашей христианской жизни. Главное, чтобы эти формы нашей жизни несли миру созидание, мир, любовь и радость. Пусть благословение Господа нашего Иисуса Христа и благодать праздника будет со всеми вами. А крещенская вода освещает не только ваше жилище, но и ваш самих, и все предметы, которые окружают и съедают ваш мир. С праздником, дорогие мои! Храни всех Господь! Ой,
праздник крещения, праздник Богоявления Господня является одним из самых основных, самых важных церковных праздников. Этот праздник несет свет, радость, мир, любовь. Этот праздник приоткрывает нам тайну Святой Троицы. Звучайно он называется Богоявлением, потому что Бог явил себя миру, явил себя человечеству в трех лицах. Бог Отец возглашал с небес: «Сей Сын мой возлюбленный, в нем же мое благоволение». Божественный Сын, вторая ипостась Святой Троицы, Господь наш Иисус Христос, крестился в струях Иордана от рук Иоанновых. И Дух Святый в виде голубя сходил с небес на Сына Божьего. Для каждого верующего человека открылась дверь Небесное Царство, Царство Святой Троицы, Царство любви и мира. И мы приобщаемся этому Царству сегодня не только через молитвы, через таинство Евхаристии, но и через соприкосновение со освященной водой. Мы сегодня совершили чин великого освящения воды. Несть вод освящается естество. Так поет Святая Церковь. Освящаются воды всего мирового океана, все реки, озера, руды. И вот мы на реках великой русской реки Волги совершили этот чин, осветили ее полноводные струи, чтобы она теперь, духовно преобразившись, несла это преображение, святость, благодать Святого Духа по протяжении всей нашей русской земли. Мы светили воду для того, чтобы каждый верующий мог принести ее домой и там с верой и благоговением приобщаться к благодати, употребляя эту воду, окропляя ей свое жилище. Эта вода имеет особые духовные качества, особые свойства. Она очищает страсти греховные, она дает здоровье человеку, укрепляет душевно и телесно, отгоняет всякого врага и супостата, видимого и невидимого. Всегда в христианском доме крещенская и богоявленская вода, что по существу одно и то же, занимала особое место в святом углу. Будем и мы хранить благоговением не только эту святыню, которая называется Великая Агиасма, Великая Святыня, но будем хранить веру в Бога, будем хранить свое сердце от греха, от гнева, от зависти, от клеветы, от лжи, будем созидать в нем, в нашем сердце, в нашем духовном мире, Царство Святой Троицы. Будем слушать и слышать, и стараться исполнять голос Божий. Будем стараться свою жизнь неразрывно связать Господом нашим Иисусом Христом. Будем стяжевать благодать Духа Святаго и стараться ее через свои жизненные поступки и дела изливать на весь окружающий мир. С праздником, с крещением Господним. Благословите. Ты у нас Александровна? Да. Да? Ну, праздник крещения Господне для каждого волгоградца очень важен. И вообще для каждого жителя Волги, вообще для каждого христианина, конечно. Но тут еще интересно, что погода у нас, конечно, не такая, как обычно, крещенские морозы были в Царицыне, там, в Сталинграде. Просто я искал в архивах интересные моменты, как праздновали крещение, например, в конце 19 века. И там как раз описывалось в старых газетах, еще самых первых, как вырубали Иордань во льду, а рядом ставили такие фигуры большие. Изо льда подкрашивалась купель, то есть вот все так очень красиво было, украшалось. И вот царицане стреляли из ружей в честь праздника, выпускали голубей как раз, то есть очень красиво все проходило. Ну вот, я думаю, что когда набережную еще отстроят, она обновится и будет еще как бы больше людей собираться. Да, люди радуются, молодцы, все собрались, и казаки, и простые верующие волгоградцы. То есть, спасибо всем за организацию этого праздника. Значит, я раньше не купался,
как-то был противник этого. Но потом один раз искупался, я заметил, что в моем организме получился сбой. И я стал меньше болеть и чувствовать прилив сил. И вот сегодня я очередной раз искупался. И когда я искупался, я получил... Сначала как-то страшно было заходить. А когда уже начал купаться, я почувствовал в своем организме вообще сбой. Я вышел, я как будто другим был. У меня столько прилив сил. Не знаю, я вот сейчас себя чувствую вообще на все 100. И я вот желаю, чтобы все купались в такой вот великий день. Потому что вода обладает большой силой и зарядом. Ну вот я счастлив. И, ну так, что я вам скажу, с праздником и люба, брат. Не страшно было? Нет, не страшно. Но первый раз почему-то погружение плохо получилось. Вода выталкивала. Вот на второй, третий раз уже лучше. Вот. И вот после вот этих погружений такое нежная такая прохлада вошла в тело. Вот. И когда вышла из купели, она начала уходить плавно наружу. Непередаваемые чувства. Трудно их описать, но вот именно только на крещение такое бывает. Вот. Потому что ну, вот в святых источниках купаешься, вот. Ощущение такой легкости есть, но вот именно на крещение только. Вот. Как будто действительно первый раз ты принял крещение. Вот. Дай Бог нам сохранить эту чистоту, которую нам Бог дает. Пронести ее до конца своей жизни, вот, чтобы мы смогли войти в Царствие Небесное.
работает, хочется. Прекрасно, вода чудесная, холодно, даже просто боязнь воды холодной. А когда входишь в воду, ничего подобного. Я просто голову не стала мочить, это прекрасно. Как давно вы купаетесь? Ой, лет с 20, а то и раньше. Каждый год приходим, все собираемся искупаться, у нас все не получается, дети собрали огромный пакет с вещами. В этот раз тоже у них что-то не хватает духу. Вообще для нас это очень большой праздник, вот явление Троицы. Вот Господь нам своим примером все показывает, как мы должны жить. Вот. В церковь мы ходим постоянно, Бога чтим, стараемся жить по Божьим правилам и канонам. Так что